Только что окончились спектакли в ленинградских театрах. Отзвучали последние аплодисменты, погасли огни в опустевших залах. Сегодня мы попросили Григория Гая, Николая Трофимова, Сергея Юрского и Ивана Дмитриева прочесть свои любимые произведения, исполняемые ими на эстраде. Наша камера в актерском фойе одного из ленинградских театров. Владимир Маяковский. Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру. Я пролетарий, объясняться лишне. Жил, как мать произвела родив. И вот мне квартиру дает жилищный мой рабочий кооператив. Во! Ширина, высота, во! Освещена, проветрена и согрета. Все хорошо, но больше всего мне понравилось это. Это белее лунного света, удобнее, чем земля обетованная. Это, да что говорить об этом, это ванная. Вода в кране, холодная крайне. Кран другой не тронешь рукой. Можешь холодной мыть хохол, горячий под пор. На кране одном написано «Холл», на кране другом «Гор». Придешь усталый, вешаться хочется. Ни щи не радуют, ни чая клокотание. А чайкой поплещешься, и мертвый расхохочется от этого плещущего щекотания. Как будто пришел к социализму в гости. От удовольствия захватывает дых. Брюки на крюк, блузу на гвоздик, мыло в руку и бултых. Сядешь и моешься долго-долго. Словом, сидишь пока охота. Просто в комнате лето и Волга. Только что нету рыб и пароходов. Хоть грязь на тебе десятилетнего стажа, с тебя корою с дерева чуть не лыком сходит сажа. Смывается с дерева. И уж распаришься, разжаришься уж. Тут вертай ручки, и каплет прохладный дождик душ из дырчатой железной тучки. Но уж и ласковость в этом душе. Тебя никакой не возьмет упадок. Погладит волосы, потреплет уши и течет по желобу промежду лопаток. Разглядевший себя в зеркало, вправленное в рубаху, в чистую власть. Влажу и думаю, очень правильная. Это наша советская власть. Тамара и демон. От этого терека в поэтах истерика. Я терек не видел, большая потерика. Из омнибуса в развалку сошел, поплевывал в терек с берега, совал ему в пену палку. Чего ж хорошего? Полный развал. Шумит, как Есенин в участке. Как будто бы терек сорганизовал проездом в Боржом Луначарской. Хочу отвернуть заносчивый нос, но чувствую стыну на грани я. Овладевает мной гипноз воды и пены и грани. Вот башня револьвером небу к виску разит красотой нетроганной. Поди, подчини ее, предоискусств, Петру Семеновичу Когану. Стою, и злоба взяла меня, что эту дикость и выступы с такой бездарностью я променял на славу. Рецензии, диспуты, мне место не в красных нивах, а здесь, не построчно, а даром, реветь, стараться в голос во весь, срывая струны гитары. Я знаю мой голос, паршивый тон, но страшен силою ярой. Кто видывал, не усомнится, что я был услышан царицей Тамарой. Царица крепится, взвинчена хоть,
величественно делает пальчиком. А я и просто. А мне начать, царица вы или прачка. Тем более с песен какой гонорар. А стирка в семью копейка. А даром немного дарит гора. Лишь воду поди попейка. Взъярилась царица, кинжал рука, козой из берданки ударенной. А я и по-своему. Вы же знаете как. Любезно, под ручку. Сударыня, чего кипятиться, как паровоз? Мы общие лирики лента. Я знаю давно вас. Мне много про вас, говорил некий Лермонтов. Он клялся, что страстью и равных нет. Таким мне мерещился образ твой. Любви я заждался. Мне 30 лет. Полюбим друг друга. Попросту. Да так, чтоб скала распостелилась в пух. От черта скраду я, от Бога я. Ну что тебе, демон, фантазия, дух? К тому же староват мифология. Не кинь меня в пропасть, будь добра. От этой ли струшу боли я? Мне даже пиджак не жаль ободрать, а грудь и бока тем более. Отсюда дашь хороший удар, и в терек замертво треснется. В Москве больнее спускает. Куда? Ступеньки считаешь? Лестница. Я кончил, и дело мое сторона. И пусть, озверев от помарок, про это пишет себе Пастернак. А мы? Соглашайся, Тамара. История дальше уже не для книг. Я скромный, и я бастую. Сам демон спустился, подслушал и сник. И скрылся, смердя впустую. К нам Лермонтов сходит, презрев времена. Сияет счастливая парочка. Люблю я гостей, бутылку вина. Налей гусару, Тамарочка. Красавицы. Раздумие на открытии гранд-опера. В смокинг вштопорен, побрит, что надо. По гранд, по опере гуляю грандом. Смотрю в антракте, красавка на красавице. Размяк характер, все мне нравится. Талии, кубки, ногти в глянце. Крашенные губки розой убеганятся. Ретушу глаза оттеняет синь его. Спины из газа цвета лососиньего. Упадая с высоты, пол метут шлейфы. От такой красоты сторонитесь, лев. Повернет в бриллиантах уши, пошевелится шаля, на грудинке ряд жемчужин обнажают шиншеля. Платье пухом не дыши, аж на старом на марже только файда крепдышин, только облако жоржет. Брошки блещут на тебе с платья с полуголого. Эх, к такому платью бы, да еще бы голову. Шесть монахинь. Воздев печеные картошки личик, чернее, чем негр, не видавший бань, шестеро благочестивейших католичек влезло на борт парохода «Эспань». И сзади, и спереди ровнее, чем веревка. Шали, как с гвоздика, с плеч висят. А лица обвила белейшая гофрировка, как в Пасху гофрируют ножки поросят. Пусть заполнится годами жизни квота. Стоит только вспомнить это диво. Разрывает рот зевота шире Мексиканского залива. Трезвые, чистые, как раствор борный, вместе с кадроном садятся есть. Пообедав, сообща скрывается в уборной. Одна зевнула, зевает шесть. Вместо известных симметрических мест, где у женщин выпуклость, у этих выем. В одной выемке железный крест, в другой медали со львом и с пием. Продрав глазенки раньше, чем можно, в раю уже отоспятся лишек, оркестром, без дирижера, шесть дорожных внимают евангелишек. Придешь ночью, сидят и бормочут. Рассвет в розы, бормочут стеревозы.
И днем, и ночью, и утром, и в полдни сидят и бормочут дуры господни. Лишь только день помрачнеет с виду, сойдут в кабину, 12 калош наденут, снова выйдут, и снова идет елейный скулеж. Мне б язык испанский, я б спросил взъяренный, ангелицы, попросту ответ поэту дайте. Если люди вы, то кто ж тогда вороны? А если вы вороны, то отчего вы не летаете? Агитпропщики, не лезьте вон из кожи. Весь земной обревизуйте шар. Самый замечательный безбожник не придумает кощунственнее шарш. Радуйся, распятый Иисусе, не слезай с гвоздей своей доски, а вторично явишься, сюда не суйся, все равно повесишься с тоски. Рассказ Зощенко. Стакан. Тут недавно Иван Антонович Блохин скончался по болезни. Его жена средних лет дамочка. Такая. На 40-й день небольшой пикничок устроила. Ну и меня пригласила. Захотите, говорит, помянуть дорогого покойничка, чем Бог послал. Курей, говорит, жареных утей у нас не будет. Паштетов тоже не предвидится. Но чаю, говорит, хлебайте сколько хотите. Можете даже домой взять. Ну, я говорю, чай, конечно, толк небольшой. Но прийти можно. Тем более Иван Антонович довольно добродушно ко мне относился. Даже один раз бесплатно потолок побелил. Ну вот, говорит, тем более, заходите. Ну, в четверг я и пошел. Народу приперлось множество. Родственнички там всякие. Деверь. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Сел против арбуза. И одно у него дело, что отрезает перочинным ножом арбуз и ест. Я выкушал один стакашек чаю. Не хочется мне больше, душа, знаете, как-то не принимает. Да и чаишка, надо правду сказать, не важны. Шваброй малость отдает. И взял я этот стакашек и отложил к черту в сторону. Да маленько неаккуратно отложил, сахарница тут стояла. Об эту-то сахарницу я прибор и кокнул. Стакашек, будь он прокит, возьми и трещину дай. Ну, думаю, не заметят. Марья Васильевна говорит, никак, батюшка, стакашек тюкнули. Я говорю, пустяки, я говорю, Марья Васильевна, еще продержится. А деверь говорит, то есть как, говорит, пустяки? Давай в гости приглашают, а они у вдовы предметы тюкают. Марья Васильевна осматривает стакан и все более волнуется. Это, говорит, чистое разорение в хозяйстве. Один стакан тюкнет, другой крантик у самовара оторвет, третий салфетку в карман заберет. Это что ж такое будет? Ну, а деверь нажрался арбуза, отвечает. Об чем, говорит, речь? Таким, говорит, гостям надо мордой арбузом разбивать. Ничего я на это не сказал. Только говорю... Я говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю себе морду арбузом разбивать. И вообще тоже, говорю, приглашение. Чай, говорю, шваброй воняет. Да вам, говорю, чертям три стакана и одну кружку разбить, и то мало. Ну, тут шум поднялся, грохот. Марья Васильевна мелко трясется от ярости. У меня, говорит, привычки такой не было в чай швабру ложить. Может быть, это вы дома ложите, здесь приходите и тень наводите. Небось, от этих слов Иван Антонович в гробе повертывается. Ну, щучий сын, я вас так не оставлю в покое. Ничего я на это не сказал. Только говорю. Тьфу на вас, на всех. И на тебя, говорю, деверь. И поскорее вышел.
Через неделю получаю повестку в суд по делу Блокиной. Являюсь и удивляюсь. Она, судья, дело рассмотрела и говорит: уплатите, говорит, этой гражданке 2 гривны и очищайте воздух в камере. Я говорю: а я платить не отказываюсь. Только пущай мне этот треснутый стакан отдадут из-за принципа. Марья Васильевна говорит: на, бери, подавись. И на следующий день их дворник Степан приносит стакан. Но нарочно еще в 3 местах треснутый. Ничего я на это не сказал. Только говорю: передай, говорю, своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю. И все. Василий Шукшин. Сапожки. Ездили в город за запчастями, и Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки и потерял покой. Захотелось купить такие жене. Надо хоть раз в жизни, думал он, сделать ей подарок, и главное, настоящий, красивый подарок. Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и весело спросил: сколько ж такие пипеточки стоят? Какие пипеточки? Не поняла продавщица. Ну, сапожки, сапожки эти. 65 рублей. Сергей чуть вслух не сказал: ой-ё. И протянул: да кусается. Продавщица посмотрела на него с презрением. Странные они народ, эти продавщицы. Отвесят тебе 1 килограмм обыкновенного пшена, смотрит так, как будто забытый долг вернула. Ну да ладно, дьявол с ними, с продавщицами. 65 рублей у Сергея были. Было даже 75, но Сергей вышел на улицу, остановился и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если честно говорить. Но, правда, она и наденет их не каждый день, наденет, может, раз в месяц сходить куда, да и то не в грязь, а в посуху. Зато радость какая, черт знает какая радость, когда достанешь из чемодана эти сапожки и скажешь: на, носи. Сергей перешел улицу. Встал в длинную очередь за пивом и думал. Представил он, как заблестят глаза у Клавди, когда она увидит эти сапожки. Она иногда как маленькая радуется, прям до слез. Вообще она хорошая, думал Сергей. С нами жить это терпение до терпения надо. Одни выпивки проклятые чего стоят, а хозяйство, а ребятишки. Не, они двужильные, что могут это выносить. Тут хоть иногда душу облегчишь. Выпьешь, все полегче. Они ведь как заводные, с утра до вечера, с утра до вечера. Очередь двигалась медленно. Мужики без конца повторяли. Сергей думал: ну, вообще она не босиком ходит, что зря прибедняться. Ходит, как все в деревне ходят. Не, красивые сапожки, но не по карману. Да она сама за рукой скажет, на ком мне такие дорогие. Зима, скоро лучше бы девчонкам что-нибудь купил. Пальтушки какие-нибудь. Сергей взял, наконец, 2 кружки пива. Отошел в сторону. Пропускал медленными глотками. И думал. О, жизнь идет. 45 лет скоро, а все ждешь чего-то. Все думаешь: вот скоро заживу я, весело, легко, хорошо, и все ждешь, ждешь. Так и подойдешь к той ямке, в которую ложиться надо. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать людям приятно, если мог сделать. Ну вот лежат же необыкновенные сапожки, и деньги есть. Ну сделай человеку подарок раз в жизни, может, случая такого больше не представится. Сергей вошел в магазин. Покажи мне их. Чего? Ну, сапожки, сапожки эти. Какой размер? Ну, я на глазок прикинь, я не знаю, какой размер. Едут покупать, сами размера не знают. Это не тапочки, их мерить надо. Я вижу, что не тапочки. Это по цене видно. Ну, и нечего смотреть. Так, может, я их куплю. Как же вы купите, когда вы размера не знаете? Ну, вы что переживаете? Покажите. Нечего смотреть, каждый будет смотреть. Ну, знаете что? Обиделся Сергей. Милая.
Я же не прошу вас показать мне ваши панталоны, потому что смотреть на них не желаю. Я прошу показать сапожки, которые на прилавке. Продавщица швырнула ему сапожок. Сергей помял мягкое глинище, пощелкал ногтем по подошве, осторожно запустил руку вовнутрь. Нога в нем спать будет, подумал радостно. Сколько они, 65 ровно или с копейками? Продавщица молча зло смотрела на него. О, Господи, изумился про себя Сергей, прям ненавидит. За что? Вам платить или кассиру? Продавщица, продолжая смотреть на него, сказал тихо. В кассу. 65 ровно или с копейками? Продавщица молчала, смотрела. Теперь в ее взгляде, когда Сергей пригляделся повнимательнее, действительно стояла белая ненависть. Сергей испугался. Пошел к кассе. Что, она сдурела, что ли, подумал про себя? Ж надо так злиться. Так же можно засохнуть до сроку, не доживя. Оказалось, 65 ровно, без копеек. Сергей протянул чек продавщице. В глаза смотреть не решался, смотрел чуть повыше тощей груди. Больная, наверное, пожалел Сергей. А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза. Теперь в ее взгляде была и ненависть, и какое-то странное удовлетворение. Я сапожки прошу. Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко. На контроль. Где он? Тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу. Продавщица молчала, смотрела. Где у вас контроль-то? Засмеялся Сергей ей в лицо. Ну не смотри на меня так, милая. Женатый я. Я понимаю, что в меня с первого взгляда влюбиться можно, но что поделаешь, терпи, такая уж твоя участь. Так где, говоришь, у вас контроль-то? У продавщицы даже ротик сам собой открылся, такого она не ожидала. Ого, подумал про себя Сергей, откуда что берется? Надо ж такую есть бабу, а не будешь психовать, стоит вся и зазлилась. На контроле ему выдали сапожки, и он пошел на базу к своим, чтобы ехать домой. Они приезжали на своих машинах. Еще двое шоферов и механик. Сергей вошел в дежурку, думая, что все сразу кинутся к его коробке. Что, мол, там? Никто даже не обернулся. Как всегда, спорили. Видели на улице молодого попа и теперь обсуждали, сколько он получает. Больше всех кипятился Витька Кибяков. Бледный, рябой, с громадными печальными глазами. Даже когда Витька надрывался и, между прочим, всех оскорблял, глаза оставались умными и печальными, словно смотрели на самого Витьку со стороны, безнадежно и грустно. «А ты знаешь, что у него персональная Волга?» Надрывался Рашпиль, Витьку звали Рашпилем. «У них, когда они еще учатся, стипендия 150 рублей! Стипендия!» «У них есть персональные Волги, но не у молодых. Персональные Волги у этих, как их, у апостолов, не у апостолов, а у этих, как их, не у апостолов». «Ты слыхал? Нет, ты слыхал, Серга? У апостола персональная Волга. О, пень дремучий, ну ты даешь!» «150 рублей стипендия, сколько ж тогда оклад?» «А ты думаешь, он тебе за так будет гонением подвергаться? На! 500 рублей хотел?» «Он должен быть верующим». Сергею не хотелось вступать в спор про попа, хотя он мог поспорить. 500 рублей молодому попу – это много. Но говорить об этом сейчас не, ему хотелось сапожки показать. Он достал сапожок из коробки, сейчас все заткнутся с этим попом, замолкнут. Не замолкли. Один только протянул руку – покажи. Сергей дал сапожок, шофер незнакомый. Пощелкал железным ногтем по подошве и полез грязной рукой прямо в белоснежную, нежную внутрь его.
Сергей почувствовал боль. Куда ты своим поршнем? Шофер засмеялся. Кому это? Жене. Вот тут только все замолкли. Кому? Спросил Рашпин. Клавки. Ну-ка. Сапожок пошел по рукам. Каждый мял голенище, каждый щелкал по подошве. Внутрь лезть не решались, только заглядывали в белый пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал незнакомую прежде гордость. Сколько такие? 65 рублей. Ты что, фонарел? Сергей забрал сапожок у Рашпиля. Ну ты дал, Серга! Грязь по колено, он сапожок за 65 рублей. Что она с ими делать будет? Носить. Сергей хотел выглядеть спокойным, уверенным, но внутри у него что-то подрагивало. И прицепилась одна тупая мысль. Половина мотороллера. Половина мотороллера. И хотя он знал, что 65 рублей это не половина мотороллера, в голове все равно стучало. Половина мотороллера. Половина мотороллера. Она тебе что, велела такие купить? Причем велел, купил и все. Ну ты даешь! Что она будет с ними делать? Они зимние. А зимой что? И потом. Это ж на городскую ножку. Это Клавке разве на нос только налезть? У ей какой размер? Какой она размер носит? Что ты за меня переживаешь? Да жалко, Сережа. Не на дороге ж ты эти деньги нашел. Ты же их заработал. Ну я заработал, я истратил куда хотел. Что зря базарить? Она тебе, наверное, велела резиновые купить. Сергей злился вовсю, как эти сидят, курва, чужие деньги считают, слушают противню. Ты что завелся? Сделал глупость, тебе сказали, нечего в бутылку лезть. Я не полез в бутылку, не полез в бутылку. Что ты за меня переживаешь? А переживатель нашелся. Главное, хоть бы у него взаймы попросил. Мне дураков жалко, вот почему я переживаю. Дураков я всегда жалею. Жалко ему. Жалко, знаешь, где? Жалко. Позубатились еще. В село приехали затемно. Сергей ни с кем не подосвиданькался. Пошел домой. Один. Клавдия и девочки вечерили. Что так поздно? Спросила Клавдия. Я уж думал, ночевать там останетесь. Да то все, сказал Сергей. Пока получали, пока на базу возили, пока по районам распределяли. Пап! Ничего не купил, спросила Груня, старшая. Чего? Сергей по дороге так решил. Если Клавдия начнет косоротиться, скажет, на кой мне такие дорогие, пойду утоплю их в колодцы. Купил, сказал он. Трое повернулись на него из-за стола, смотрели, ждали. Так было сказано, это купил, чтоб понятно было, ни мясорубку, ни платок за 4 рубля купил отец, муж. Трое смотрели, ждали. Вон там в чемодане, сказал Сергей. Он сел, закурил. Он так волновался, что заметил, пальцы у него трясутся. Клавдия достала из чемодана коробку, из коробки выглянули сапожки. При электрическом свете они были еще красивее. Они прям смеялись там в коробке. Девчонки повскакали из-за стола, заохали, заахали. «Тошно мне, ченьки!» – заголосила Клавдия. «Батюшки мои, кому же это?» «Тебе кому?» «Тошно мне, ченьки!» Клавдия села на кровать. Кровать заскрипела. Городской сапожок смело полез на крепкую крестьянскую ногу и застрял. Не лезли. Сергей почувствовал боль. Какой размер? 38-й. И главное, размер-то мой! Что же это за ноженька проклятая? Сергей встал, попытался натянуть сапог. Нет, не лезли. Вон тут, в голяшке не пускай. Да что же это за ноженька проклятая? Да подождите, ты попробуй на тонкий чулок, попробуй. Да где там, видишь? Да.
Возбуждение угасло. Клавдия сидела на кровати, машинально поглаживала гладкое голенище. Сколько они? 65 рублей. Сергей показал, что Клавдия не расслышала цену. Мол, 65 рублей стоит сапожки-то. Нет, она расслышала. На глазах, на ресницах ее были слезы. Эх, ма, сказала Клавдия, что же это за ноженька проклятая? Раз в жизни довелось и то. Эх, ма. Сергей почувствовал нежданную боль, жалость, любовь, слегка забытую. Он коснулся руки жены, пожал. Клавдия подняла глаза, встретились взглядами. Клавдия тряхнула головой, как делала когда-то, когда была молодой, по-мужицки, озорно, но вместе с тем гордо, с достоинством. А ну, Груня, примерь! Дочка растерялась. Что теряешься, сказал Сергей. 10 классов хорошо кончат, твои будут. Перед сном грядущим Сергей всегда садился на низенькой табуреточке возле двери в кухню, курил последнюю папиросу, думал, присел на этот раз, курил, думал, вспоминал сегодняшнюю покупку, постигал ее нежданный, большой, как ему теперь казалось, смысл. На душе было хорошо. Клавдия стелила в горнице постель. «Ну, иди!» – позвала Клавдия. Сергей не откликнулся, ждал, что еще скажет. Жалко, если бы сейчас что-нибудь испортило это хорошее состояние души, эту редкую гостью минуту. «Серегунь!» – ласково позвала Клавдия. Сергей улыбнулся сам себе, встал, покачал головой. Но не подумал так, вот, мол, купил ей красивые сапожки, она ласково сделалась. Нет, дело, конечно, не в сапожках. Дело в том, что... Дело в том, что... Ничего. Хорошо. Рассказ Сергея Воронина «Разговор при жене». Мне не очень-то нравится его исповедь о своей юношеской любви. Все мы любили в юности, ну и что? Что из того, что многие из нас так и не встретили настоящей любви? Тому было много причин. Ведь никто во всем человечестве не позаботился ни об одном из нас, чтобы мы полюбили так, полюбили таких-то, как об этом писали поэт. Каждый из нас шел, словно слепой, на ощупь, и та, которая доставалась, была то единственной. Так нам всем, почти что всем занятыми войной, напряженным трудом, так нам всем казалось. Ну и незачем теперь, когда у нас даже в бровях седина, ворошить все это. Я у него в гостях. А деревня, в которой... На этот раз я провожу свой отпуск, называется Пятиречь. 5 речек вливаются в Ладогу, отсюда название Пятиречь. Очевидно, потому что наши жены заняты своими разговорами, он со мной откровенничает. Рассказывает про свою давнюю любовь, рассказывает то с горечью, то с радостью, то с сожалением. Рассказывает так, как будто бы ничего другого в жизни у него не было, кроме этой любви. У меня такое ощущение, что он в прошлом, как в яме, оттуда выкарабкивается, а стены осыпаются. Я рад, что жены заняты собой, но я был бы еще больше рад, если он говорил чуть потише. Он как нарочно больше распаляется.
забываю или не знаю, что есть вещи, которые не принято говорить в присутствии жены. Она мне стала близкой, потому что рядом тогда со мной никого не было. Ты был на Курской дуге? Нет, не был. А где был? Да я был на оборонных работах. Это что, в тылу? Почему? Я и под Сталинградом был. В бою! Я же сказал вам, на оборонных работах. А, ну-ну-ну-ну. А на Курской дуге не был. Вот там я ее встретил. Мы пришли за неделю. Черт ее знает, пацан же был. Я по 19-му пошел. Ой, какие у нее были глаза! Голубущие! Нет, вы знаете, огурцы у нас плохо выходят, так что уж лучше не сажать. Это послышался голос его жены. А если в парниках? Это голос моей жены. В парниках? Ну что ж, попробуйте. Ты думаешь, я тронул ее? Нет, я целовал. Целовал ее и только. Ясно? Да, ясно, ясно. И вы знаете, у вас грибов очень много. Из Ленинграда наезжают, палатки поставят и солят, маринуют. Ну и нам хватает. А далеко это? Да нет, недалеко. Я покажу вам места. Ты знаешь, что все ведь дело в том, что я игрался с нею. То поцелую ее, а то вроде рассержусь, а она в слезы. Она моложе меня была. От дурак, пацан, по 19-му пошел. И она как паутина липла ко мне, а я еще больше начинал о себе думать. Ах, какая была! Доходит, да доходит, доходит. Сволочь! Извините, это я не вам. Забыли. Все забыли. Катя! Катя ее звали, а я-то ее звал Катушка. Подойду, бывало, и спрашиваю, как тебя правильно-то? Катушка или Катюшка? А она, да Катюшка, Катюшка. Пьяный он, что ли? Так быстро пьянеют только алкоголики. Выпито всего по 2 стопки. Да, напрасно я пришел к нему. Откуда я знал, когда приглашал, был такой спокойный, добродушный. Вы знаете, я вам покажу места брусничные. Говорят, от гипертонии помогает. Вот у меня давление, а мне брусника не помогает. Ой, да никто не знает, кому что помогает. Кто советует черную смородину, кто... черноплодку. Вот, говорят, японский браслет помогает, но его достать очень трудно. Нет, кто не был там, тому не понять, что такое Курская дуга. Там ад, ад был, доходит. Да доходит, доходит, да ни черта до тебя не доходит. Ее убили, понимаешь, убили, когда она тащила меня. У меня ноги-то перебитые. Я командир орудия был. Ты был на Курской дуге? Ну, слыхал хоть? Гады! Ой, извините, я это не вам. Вы знаете, если вам нужна молодая картошка, у нас 10 соток, я подкопаю вам. О, если можно, ну что вы, картошки-то сколько угодно. В окно видна пыльная дорога, домик напротив. По голубому небу плывет белое облачко, куры на дороге. Петух расшвыривает пыль, кошка прошла. Да, надо домой, пора домой. Ну что ж, хозяева, спасибо
за угощение. Нет, ты постой, ты сядь. Сядь, я ж тебе самого главного не сказал. Витя, не надо, 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 чтобы он все знал. Я ж тебе самого главного не сказал, как я тащил ее. У меня ноги-то перебитые. Я сначала подтяну себя на руках, а потом ее. Себя, а потом ее. Катушка, катушка. Это я крикнул ей, когда она перестала меня тащить. Катушка. А она-то... Убит. А! Витя. Вить. Чего? Да ничего, Витя. Идиляк. Забот. Иду. Вы уж извините нас. Вот бывает выпьет ничего, а сегодня... Свою Катю вспомнил. У него в голове пластинка платиновая. Вы уж извините его. Война.